Политик, уважаемый далеко за пределами своей страны, человек широкообразованный, высокоинтеллектуальный, руководитель, заботящийся о своем народе. Такое неизгладимое впечатление производил общенациональный лидер Гейдар Алиев. Известный журналист Михаил Гусман вспоминает, как каждый политический шаг Гейдара Алиева укреплял фундамент государства. Начало было положено еще в далеком 1969 году, когда Гейдар Алиев был назначен первым секретарем Компартии Азербайджана. Им были поставлены перед Азербайджаном задачи такого масштаба и такого уровня, что в самое короткое время страна вышла на передовые позиции среди республик Советского Союза. С каждым годом значение этой великой фигуры, его грандиозного вклада в республику, в ее становление, в ее укрепление, в ее развитие, видится все более и более мощным. И, знаете, вот есть такая стихотворная строчка «Большое видится на расстоянии». И чем как бы больше времени проходит, как ни странно, этот вклад, ты понимаешь, вот некоторые решения Гейдара Алиевича, политические, экономические, социальные, которые на тот момент кем-то, может быть, недопонимались, кто-то, может быть, не представлял их значения в перспективе. Вот сегодня ты видишь их великую историческую мудрость и точность этих решений. Сегодня те, кто встречался с Гейдаром Алиевым, отмечают, что этот человек обладал огромным жизненным и политическим опытом. Деятельность Гейдара Алиева получила высокую оценку на всех этапах, как период работы в Советском Азербайджане, после его перехода на работу в Союзный центр и затем во время руководства независимым азербайджанским государством. Азербайджан был на краю пропасти, а Гейдар Алиев спас страну, отмечает Михаил Гусман. Сегодня Азербайджан действительно страна, которая находится на большом подъеме. Это видно и по экономическим показателям, по цифрам, которые объективны. Это признается всем миром. Конечно, в этом огромная заслуга нынешнего президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева. Но лекалы, но план этот, я думаю, он как-то был внутренне, сердечно, мысленно воспринят Ильхамом Гейдаровичем у общенационального лидера Азербайджана. Именно он заложил фундамент сегодняшней страны. Именно он собрал в те нелегкие годы страну из того чудовищно сложного состояния. Практически на разрыв была страна отдана. Он смог ее соединить, он смог ее спасти. Он фактически спаситель Азербайджана. Общенациональный лидер Гейдар Алиев определил идеологии и принципы государственности Азербайджана, и эту линию сегодня успешно развивает нынешний глава государства Ильхам Алиев. Благодаря Гейдару Алиеву Азербайджан сегодня – это одно из самых динамично развивающихся государств. Память о нем всегда будет жить и наполняться новым содержанием, считает Михаил Гусман. Шамистан Мамедов, Лейла Курбанова, CBC.